Все. Всем добрых суток, уважаемые зрители, подписчики наших каналов. Сегодня с вами я, Фантом Блейд, и сегодня у нас будет гайд на Linux. Да, я буду снимать без Савельева Анатолия, но надеюсь, вам понравится этот гайд на Linux. Да, сегодня я буду играть не один, а с подписчиками. Вот я уже начал. На Linux я, конечно же, беру бессмертие, щит, то есть. И вот такая вот у меня сборочка. Кому интересно на Linux, посмотреть вот сборочку мою. Я надеюсь, вот такая вот сборочка вам кому-нибудь зайдет, кто-нибудь скопирует. Ну, это по желанию, это мое личное мнение. Я не знаю, я не мастер, конечно, особый, но в Linux я думаю вот так взять. Так, возьму я эмблему мага 30 уровня волшебство, чтобы еще лучше ожог делать, да. И так вот у нас мы начнем матч. Так, нам нужен стрелок. А никто стрелка не взял? Ну, молодцы, ребята. Молодцы. Молодцы просто. Кто хочет со мной играть, да, дорогие друзья, добавляйтесь ко мне в друзья, да. Подписчики все, добавляйтесь, я приму всех. Я надеюсь, что вы вам, ну, будете со мной играть. Я не знаю, я практически в Mobile Legends... Ну, не всегда, конечно, онлайн, но я захожу в онлайн так... А если хотите с помощью меня рейд поднять, ну, не советую вам так меня так утруждать. Я не знаю прям. Я буду желательно в обычные матчи играть и все такие, потому что в рейтинг я как бы не особо люблю ходить. Ну, я могу с кем-нибудь пойти. Но только с избранными. Так, я мид. Я мид? Нет, я не мид. Так, мои подписчиками играют Алукардом, и мой другой подписчик играет, так сказать, Виви Сектора, играет Гордом. Да, мой подписчик. Это подписчики нашего канала. Потому что с подписчиками я играю как раз, да. С ними играю. Так, кто же на миду будет стоять? Наталья на миду стоять будет. Ой, ёлки-то. Ну ладно, в принципе, мне все равно. Наталья будет стоять на миду. Оба-на! Спалилась! Как Наталью спалить, дорогие друзья? Увидели? Спалилась. На те. Наталья, надеюсь, не будет сейчас на меня нападать, потому что вот Наталью вот сейчас получил хорошо, вот от меня сейчас хороший урон получил. Я, наверное, буду пушить сразу. Ну что, мне лес не фармить мне, дорогие друзья, потому что Linux плохо фармится в лесу, даже если возмездие брать. Да и Linux, в принципе, не надо фармиться, да. Надо гангать, но я гангать, наверное, начну, когда хотя бы третий уровень получу. Блин, ну просто... Я ничем не могу помочь, друзья. У меня нет сейчас четвертого уровня, я не могу вам помочь, или даже хотя бы третьего. Поэтому справляйтесь без меня. Наталья что-то куда-то скрылась и не высовывается, не знаю, что он там делает. Я чуть запушил, да, дорогие друзья, это будет быстрый матч, потому что я не буду как бы пытаться киллы делать, гнаться зачем-то там. Я буду пушить. Да, и у нас Наталья делает First Blood на Франка. Жалко. Наталья все-таки фармится. Вот там чем-то. Если чем смогу, чем помогу, Алукард. Не надо на меня много брать. Все разошлись. Linux пришла. О, заморозила меня. Нати. Я на мороз тоже могу отвечать кое-чем. Кое-чем. У меня четвертый уровень, все, теперь можно не бояться особо идти. Сейчас Франко, если кого-нибудь еще поймает своим крюком, хукнет. Хукнет, да. Пукнет. То будет хорошо. Ой, что-то я не то сделал. Ой, вот, дорогие друзья, видите, я не поставил силу хаоса и тем самым не сделал килл. Вот такой вот Фантом Блейд бывает. А нет, все-таки я исправился, да, исправление пошло у меня. Так, 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 давай, 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 опа, попал хотя бы разок. Все, теперь она точно уйдет. Франко, надеюсь, запушит у нас тут. Фиаско это наш. Фиаско команды. Так, Наталья там сейчас, наверное, убьет Чане. Или нет? Не, она Чане сейчас Наталью вроде убьет. Нет, все-таки Наталья убежит. Ну ладно, я буду играть в пуш.
Я буду пушить. Я ничего не буду делать, кроме пушить. Франка убили, жалко. Жалко, братан, чё ж ты делаешь-то? Чё ж ты делаешь-то? Ну, ничего страшного. Убить могут каждого. Особенно Франка. Да. Так. Что-то я сегодня не такой уж разговорчивый, дорогие друзья, потому что тяжелый день сегодня выдался, и я буду просто сейчас, наверное, тихо говорю, да, я подтверждаю, я просто буду сейчас пушить пытаться. Я просто показываю вам, дорогие друзья, способности Люнакс. Я не знаю, можно, конечно, попробовать получить МВП в этом матче, но я не хочу, я хочу просто тупо запушить их. Сейчас я у них заберу мид, хватит за киллами гнаться, хватит за всем делать. Я просто покажу им способности. И все, можно сказать, за МВП я так особо не погонюсь. Там их втроем тем более пришли, пойду на другую линию. Помогу городу запушить, хотя он сам справится. Так, отлично. Теперь пойду еще нит. Низ, точнее, мид. Низ, да, надо помочь низ запушить. Так. А, нет, уже запушили его. Хорошо, пойду тогда помогу. Я тут знаю, самый лучший по фиду, мне помочь не трудно. Так, Алукард забрал, хорошо, да. Потому что мне не нужен особо фид, так как Алукарду нам нужен. Да, давайте пушим, ребят. Вот кусок. Что же? Франк промазал, жалко. Фиаско команды. Гордо убили. Ну да. Они говорят, что мы играем в крысу, а сами-то. Ну, это не особо вот такое заявление, что у нас называть крысами, потому что за них играет Наталья, какая очень любит, так сказать, покрысить. Дрынь. Да, забавно. А мне не буду тпшиться пока что. Надо, наверное, запушить уже, убить их и запушить. Так, давай, Франк. Франк, кажется, поймал кого-то или мне показалось? Да не, мне показалось. Давай, Лукар, давай. О, да тут Аврора сидит. Хорошо. Мне нравится. Это, возможно, очень быстрый матч будет, если мы сейчас запушим им линию и пойдем дальше пушить. Это будет очень быстрый матч, и это будет очень хорошо. Да куда? Ну, блин, ну помогайте пушить, ребят. Зачем вы в лес фармите? Горд, вали, чувак. Вот сейчас новая партия крипов, давайте запушим с ними. Вот, что-то на себя чуть-чуть урона взял. Давай, дальше пойдем, наверное. Не пойдем никуда, пойдем дальше. Да, ребят. Никого не боимся, любому. Нафигашим. Ну, я, в принципе, кадить особо... Ой, она меня карой забила. Да, нормально. Ну, в принципе, мы пропушили, да. Я особо не стараюсь так. Но я просто пытаюсь пушить. Я самый лучший по фиду. Ну, да, логично. Я должен киллы делать, что-то типа такого. Да, у Алукарда я вижу счет даже лучше, чем у меня. Ну, какая разница? Какая, в принципе, разница? Ну, можно сейчас попробовать себя МВП получить, да. Сейчас мы попробуем. И не дадим Алукарду такой возможности МВП получить. Дадим ему бронзу, как он любит. Я надеюсь, ему понравится получать бронзу, потому что бронза, она хорошая. Лучше МВП. Это, как бы, знаете, все равно же золото, да? Ну, ничуть не хуже золота. Шучу. МВП же это мега золото, как бы, я не знаю. Адамантиум МВП, можно сказать, если так можно назвать это. Куда ж ты побежал-то? Вспышка хорошая. Оба-на! Красава, Франка! Лови ее, лови. И мы ее не поймаем, да? Ну да, мы ее не поймаем, потому что она слишком верткая. Жалко, могли бы поймать. Карту. Ну ладно, давайте попробуем опять, чтобы попушить его фронт. Там Наталья у них на меду, да. Это, не знаю, как ее назвать. Я буду пытаться пушить, но мне, конечно же, не дадут запушить, логично.
Вот они, прибежали. Тут Наталья! Тут Наталья! Вот она, я ее в кустах спалил. Да, Тима я не любит играть. Ничем не мог помочь Алукарду, потому что... Куда же нам лезть на Тима-то? Я просто слился. О! Там гордо хотят убить, но я думаю, ничего не получится у нее, потому что иду я. Она хотела ультануть. Вы видели, дорогие друзья? Она хотела ультануть. Она хотела ультануть. Да, мы скоро с Савелем Анатолием выпустим. Выпустим мы... как ее там зовут-то, я забыл. Накадиту, да. Накадиту мы выпустим скоро, Гай. Вот вам пока что файтинг у вас, да? Ну да, у вас там файтинг. Я буду пушить, стараться. Пофиг на все, буду просто чисто... Я надеюсь, наши все-таки дадут отпор. А я успел запушить. А, ультанула. О, я... Че вы хотите от меня? Не вовремя я ультанул слегка. Спину меня, ёлки, и меня слили, конечно, но знаете, это было ржачно. Наталья скроется. Ой, ёлки, неужели Кадита убежит с столькими хпс? Какой у меня там счёт? Счёт у меня хуже Алукарда. Ну, сейчас мы это исправим, сейчас мы сделаем МВП. У меня же подписчик умеет играть Алукардом. Не зря взял его, да. Я, в принципе, мог, конечно, Наталье и дать отпор, в принципе, убить кого-то или Наталью, или эту Кадиту. Но я не хотел. Особо так я не хотел натруждаться и бить их. Ладно, пора, наверное, закончить этот матч. Он получился хорош. Мы довольно-таки быстро их запушим. Да, запушили мы их быстро. Ну, надеюсь, что запушили. Потому что мы их еще не запушили. Но я надеюсь, что мы запушим. Сейчас я, наконец, попытаюсь исправиться и получить МВП. Все-таки в этом матче особо хочется мне. Надеюсь, она догорит. Нет, она не догорела, жалко. Вот тут за Руби бегает. Кадит-то за Франко. Ой, куда ты? Ну, опять не отправляюсь не в ту сферу куда-то. Что, за мной бегать будете, да? Так. Так, хорошо. Алукард прыгает там. Что-то пытается догнать кого-то там. Наталья рядом, я смотрю по значку. Так. Забрал еще. Алукард, зачем ты хочешь меня перефидить? Мне нужно МВП. Хотя ты это не слышишь, жалко. Наталью мне, в принципе, будет легко спалить. По способностью силы света. Да, дорогие друзья, я не пытаюсь играть особо хорошо. Так меня день не трудил этот. Но я просто хочу вам показать способность. Ну, пока что там, да, они дерутся. Я запушу, хорошо так будет. Сейчас Руби прискачет, но она не успеет. В принципе-то толком ничего сделать успела. Она вспышкой сюда пришла, да. Не, Руби, не буду я с тобой файтиться. Я буду просто пушить. Чё я и делаю всю игру? Я не играю, а тупо пушу. Ну, не тупо. Пуш — это как бы все, это как бы и есть игра. Ой, блин. Не успел убить. Так. Наверное, это первый матч, как он Фантом Блейд МВП не получит. Ну, я же не МВПшник все-таки, как Савельев Анатолий говорит. Я простой игрок. Я не должен все время МВП получать. Никто не может все время МВП получать. Кто-нибудь когда-нибудь, да, проиграет. Опять не убил, жалко. Ладно, наверное, пора уже отсюда валить. Хотя нет, я же могу подрегениться. Да, я же силу света регенить. Зачем мне просто убегать тупо? Так. Ой, нашу всю Тиму слили как раз. А Наталья меня спалила. Да. Да, проигрываем. Да, жалко, надо скорее запушить.
Так, надо запушить. А то у меня и процентов мало, в принципе. Да. Так. О, давай, красавчик, красав, красав. Так, да. Давайте Аврору убьем и сразу в пуш. Пуш, ребят, пуш. А то будет обидно. Да снять это видео. Да, пуш, просто идем на мид, ребят. Все тимы на мид, вот на мид, вот я прошу. Вот. Я бы, конечно, побольше бы поснимал для вас, дорогие подписчики. Ну вот, серьезно, вот извиняюсь, но не могу. Вот у моего телефона там процент еще остался. Вот, просто вот идем. Пусть они что хотят делают, а мы их запушим. Мы запушим. Блин, вот это было зря. Руби еще это пришла, недовольная. Помогаем Франку. Я буду помогать Франку. Нет, в этом уже нет смысла. Да. Просто у них чуть-чуть ХП осталось. А вот что Чанел у нас делает? Ну, она пытается пушить. Да, она пытается пушить. Если она запушит сейчас, будет хорошо. Вот поскорее бы, вот реально поскорее, ребят. Вот зачем вот мы как раз... Вот мы так хорошо начали играть, а вот сейчас они нас обгоняют. Жестко из-за этой тупой Руби. Она да. Кадита там у них что-то там делает, как-то прыгает, пытается выкрутиться со своей этой кары еще. Так. Руби опять убегает с лоу хп, да. Чанэ пытается пушить. Вот смотрите, это как будто, я не знаю, издеваются. Смотрите, у всех их баш по одинаковому количеству здоровья. ХП, точнее. По одинаковой жизни. Пора уже этой заразе умереть. Ух ты, вот это да. Наталья творит чудеса. Да, вот не вовремя, вот прям, вот все, это, наверное. Да, не вовремя сделали. Да. Просто знак молчания, дорогие друзья, потому что просто, смотрите, мы их со всех сторон, можно сказать, прижимаем, да. Но они все равно. Они все равно пытаются. Сейчас крипов наш. О, сколько тут крипов! Жалко, сейчас их кай забьют всех. Ой. Да. Лорда. Лорда не надо, наверное. Нам сейчас пушить надо. С лордом, конечно, да, мы запушим. Но. Да, давайте, наверное, лорда все-таки убьем, ребят, да. Да, кажется, все решили прям на лорда пойти, как я подумал. Мои мысли можно читать иногда, можно и нет. Ну, я, наверное, ульту даже потрачу, потому что лорда нам надо по-быстренькому прям убить. Так, а то просто не хочу, чтобы телефон сел во время видео. Ой, вот как вот ты любишь приходить вовремя. Ребят, лорд, пофиг на эту Руби. Отлично, лорд. За что обожаю своих подписчиков. Точнее, наших Савельевым Анатолием. Да, ух ты, меня Морозом убили. Ой, Мороз. Вот я всегда знал, что Мороз это плохая вещь. Но не думал, что у нас только... А, Руби не убил я? А как же тогда? А, у нее же, наверное, бессмертие. Все, с лордом чисто запушим, да. С лордом вот чисто вот идите с лордом. Пофиг вам на всех. Да, вот все, все, троих убили, ребята. Все, пушим. Кадита и Кими. Кстати, ребят, я только что заметил, что у них Кими была АФК. Я только что заметил, да. У них Кими АФК шла, а поэтому, наверное, мы выиграем, наверное, этот матч, да, дорогие друзья. Вот такой вот у нас матч получается. Горд идет, да, молодец, красавчик. Как тебе еще назвать, пирожок? Да. Алукард, все, давайте запушим, ребят. Давайте их прижмем со всех сторон. Алукард, да, пусть Алукард, наверное, мид. Ой, серьезно? Да, Кадита, наверное, я не знаю, Кадита не дисбалансная уж такая особо. Но есть что-то. О, да, Франк Красава. А лорда что, они убили уже? Нет. А лорда не убили они.
Ой, высветилась какая-то штука, да. Нехватка памяти. Все, ребят, пушим. У меня и память тут заканчивается. Все, ребята, пушим. Все, пушим окончательно. Я вот сейчас Аврору убью. Так вот, все, пушим, пушим, пушим. Вот такой у нас, дорогие друзья, матч получился. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь составляйте комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Вот такой у нас матч на Linux, гайд на Linux. Все, дорогие друзья, до скорой встречи, пока!